Жители Молдовы пожертвовали государству более 21 миллиона леев. Деньги пришли от физических и юридических лиц на счета, открытые Министерством финансов для борьбы с коронавирусом нового типа. Финансовые средства будут выделены государственным органам власти, такими как Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Так, постановлением правительства от 10 апреля 2020 года было выделено 5 миллионов 864 лея на приобретение более 51 тысячи защитных костюмов, а также единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для 29 бенефициаров из 8 государственных учреждений здравоохранения и одного бюджетного госучреждения, которые заразились инфекцией COVID-19 на рабочем месте. В марте этого года правительство начало кампанию по сбору средств в виде пожертвований на борьбу с коронавирусом. С этой целью Министерство финансов открыло 3 банковских счета в молдавских леях, а также в долларах США и евро. Пожертвования также могут быть сделаны через государственную службу электронных платежей. За информацией о поступлениях из государственного бюджета можно следить на сайте Министерства финансов.